Всем привет, играю на ческом. Соперник у меня под логином там по чес. Мастер фиды. И у нас Будапештский гамбит. Да, здесь я хожу слон f4. Да, и посмотрим, чем удивит соперник. Вообще, мне кажется, эта схема крайне неприятная для черных. Я писал по этому поводу видео. Кто не смотрел, советую посмотреть на моем канале. Так, и f6. Ход несколько странный, по-моему. Так, давайте сразу c5 пойду. Да, то есть, ну, два слона я получаю. И, наверное, чуть лучшую пешную структуру. То есть, что замену черных, мне непонятно. Вообще, я настоятельно советую поиграть и поизучать именно Будапештский гамбит с четвертым ходом слон f4. Потому что такой вот вариант, правда, вместо f6 там играют обычно по-другому. Да, ну вот, наверное, все мы, к тому же мы и придем, ничего не случилось. Правда, лишний ход f6 сделан. Так, могу ли я шахом дать, точнее, сделать ход с шахом с темпом, слон c4? Или же просто пойти слон e2? Да я думаю, не надо мне вот лепить что-то новое. Слон на e2 стоит хорошо, 2-0, ладья fd1, ладья c1, b4, b4, наверное, сразу пойду. Атака пешечного меньшинства. Так, теперь, я думаю, имеет смысл провести f3, e4. Так, ну это понятно, слон g3 пошли. И e4. Так, ну по ощущениям у меня ощутимый перевес. Так, f5, это уже серьезное решение. Ну хорошо, еп, дал шах. Так, и король h8. Слон d6 есть ход. Ладья e1 есть ход. Давайте вот ладья e1 мне больше нравится. Не буду я давать линию своему сопернику. Американцу. Да, американец это серьезный раздражитель на самом деле. Так, слон f7 пошел. Не знаю, какой-то странноватый, наверное, ход. Но пусть будет так, ладно. Сейчас просто ладья f8, наверное, надо сыграть. Или вот ладья d8, как в данном случае. Давайте ладья d1, будем бороться за линии. Где-то. Так, взяли. Ладья f8. Ну, это понятно. Так, ладно, давайте вот так вот все пока защищу. И буду стараться вторгаться куда-то. Давайте вот сейчас c5 пока прицеплюсь к ладье, прицеплюсь к пешке. h6. Так. Есть такой ход, как ладья d6, там ладья e8 может быть, да? Неприятный момент. Так, что же делать? Надо найти какое-то решение. Давайте король f2, какой-то странноватый ход, но пусть будет так. Странноватый несколько ход. Король h7. Так. Ну и ферзь d4. Стану я покрепче. Где-то, может быть, h4 хочу пойти. Какие-то у меня проблемы с связью сегодня. Так, в эндшпиль я пойду с удовольствием. В эндшпиле у меня перевес. И причем, я думаю, ощутимый. Так, конь e7, слон e5 пошел. Да, вот как-то я доминирую, по-моему. Сейчас еще g4 пойду. Так, слон e6 и слон c2. Да, партия заканчивается. Вот такой вот стратегический перекат. На мой взгляд, очень качественно. Мне прям нравится, как я играю. Понятно, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Но все-таки... Я думаю, я играл как минимум неплохо. Вот у меня опять со связью какие-то проблемы.
Так, ладья d7 пошел. Так, взял на e7 тогда раз. Так, ну поменялся я хорошо. И спокойненько перекатываем. По времени, я думаю, успеваю. По крайней мере, должен успеть. Если у меня никаких проблем со связью не будет. Да, вот они есть на самом деле, эти проблемы. Они есть. Никуда от них не денешься. Пошел я куда-то. Да, ну вот по времени проиграл. Какие-то у меня проблемы со связью. Но партия получилась, на мой взгляд, очень интересная. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.